Тысяча чертей! Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Кирилл, компания X-Motors, и сегодня мы поговорим о надувных лодках компании Dracar. Лодка M2900 и лодка CK Lux 2900. Рассмотрим их. Обе лодки выполнены из современного немецкого высококачественного материала Heytex. Этот материал отличается тем, что он разработан специально для надувных лодок, а соответственно он абразивостойкий, стойк к нефтепродуктам, стойк к ультрафиолетовому излучению, соответственно на солнце он не меняет свои физические свойства, не меняет свой цвет. Эта ткань антибактериальная, то есть в сложном состоянии, если где-то будет храниться, где-то что-то естественно будет влажное, не образуется грибок на этой ткани. Эта ткань соответственно обладает всеми необходимыми свойствами, то есть соответствующей плотностью. Плотность здесь 800 на баллонах и 900 на дне, что вполне достаточно для надежной долговечной эксплуатации. Обе лодки оборудованы закрепленными веслами, обе лодки имеют систему Link Tross Link Pass, соответственно здесь можно крепить по две банки на каждой лодке, то есть по два сидения. Очень просторный кокпит и там, ручки тоже очень похожи, вот здесь спереди есть ручка удобная пластиковая, здесь удобная пластиковая ручка, по бокам точно так же все очень схоже. Но у лодки CK Lux есть привальный брус и есть транец, соответственно мы можем закрепить лодочный мотор, максимальная мощность лодочного мотора для этой лодки 5 лошадиных сил. Дорогие друзья, эти лодки очень легкие и компактные, они умещаются в заплечный рюкзак, и эта лодка весит 14 килограмм в сухом состоянии, а эта лодка весит 11 килограмм в сухом состоянии, но без паёл. И здесь идут паёлы, паёл, в общем, слань идет в комплекте. Рассмотрим, как она выглядит, из чего она состоит. Вот эта слань, она довольно-таки тяжелая, но использование слани имеет ряд преимуществ. Преимущество номер один – это ровный пол, благодаря чему вам удобнее по нему ходить, более равномерное распределение груза, то есть вы можете больше груза туда нагрузить. Второе преимущество – защищается пол от повреждений, то есть если вы какие-то там, не знаю, гарпун с собой взяли, положили, вы не проткнете мягкое дно благодаря паёле. Итак, дорогие друзья. Вот мы распаковываем. Он идет вот в таком вот складном виде, выполнен из влагостойкой фанеры. Вот две банки, которые идут в комплекте. Сюда мы их цепляем на систему Link Tross Link Pass. Также рекомендую вам, если вы занимаетесь рыбалочкой, приобрести у нас эхолот. А вот паёл, собственно. Он, естественно, складной. Сейчас мы его соберем и покажем, как он выглядит в собранном состоянии. Ну что же, мы собрали паёл. Вот так он выглядит. Вот такое замечательное у вас ровное, плоское, удобное дно будет, по которому вам удобно будет перемещаться. Обе лодки имеют двухсекционные надувные баллоны, что обеспечивает надежность эксплуатации. В настоящее время в интернете появилось очень много фейковых объявлений, где пытаются продать технику по дешевке. Пожалуйста, обращайте внимание на то, дилер это компания или не дилер. Обращайте внимание на репутацию компании и покупайте технику только в проверенных салонах, таких как X-Motors. Потому что мы работаем уже много лет, мы предоставляем качественный сервис, мы продаем только качественную продукцию. И скупой платит дважды. Не экономьте на таких важных покупках. Приобретайте надувные лодки Dracar в салонах X-Motors. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте наши обзоры. Пока-пока!